прошла успешно. Они еще очень воспаленные, красные, болят. Покажу позже результат. Успела уже позаниматься в акватерии. Едем дальше. Понедельник сегодня спокойный. Правда, есть очень много звонков. Пока мы едем обедать, идет примерка образов героини. Завтра у нас съемки преображения для «Новая я». Худеющая девушка, она худела 4 недели, ходила в клуб «Экватория Wellness & Spa», самый крутой клуб в нашем городе. Ей занимались диетологи, врачи, тренеры самые лучшие. А последний штрих – это работа стилистов, она будет сделана завтра. Ну а сегодня, пока идет примерка образов, я поделюсь с вами, что мы ей подобрали. Красивая часть моего понедельника близится к завершению. Я красила волосы, потому что Оксана, стилист, которая мне красит, уезжает надолго, на целый месяц. Нужно было успеть, и тем более завтра у меня съемки. Это будет долгий-долгий съемочный день. Сегодня еще пару встреч, и, пожалуй, все. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на мой канал, и хоть плейлист «Дневник будни журналиста» он новый, это одно из первых видео, я все-таки призываю вас на него подписываться.